Двое пингвинов заселфились в Антарктиде. Видеокамеру императорские птицы случайно нашли неподалеку от своего гнезда, рядом с австралийской учебной станцией. Вероятнее всего, видеотехнику оставил ученый. На записи видно, как сначала один пингвин подходит к находке, а затем переворачивает объектив на себя. Через несколько секунд появился и второй. Вместе парочка сделала несколько селфи в разных ракурсах.